Почти 300 человек побежали в пятницу кросс в Печерском лесопарке. В команды кроссменов всех сельских районов Могилева и Бобруйска вошли и профи, и любители бега. В общем, бегут все. И вместе с ними наш корреспондент Кристина Каранкевич. И не одна, а с камерой. Кубок Могилевской области по легкоатлетическому кроссу в цветных пятницах. Бобруйск, ты молодец, ты первый? Да, очень рад, доволен результатом. Все хорошо, бежалось тоже отлично. Ну, я доволен. Правда говорят, что кросс это сложнее, чем бег просто? Ну да, это сложнее. Тут корни, тут дорога другая, все по-другому. Тут бежится сложнее. Кроссмен, который самый лучший, который самый первый, быстро бегает. За сколько ты дистанцию пробегаешь? За в школе 3 с чем-то. 3 минуты? Это сколько километров? Километр. Сейчас сразу как бы встать и просто пробежать, и на хорошее время не получится. Тут в любом случае нужно тренироваться и подходить к этому. И для этого нужно время. Давай переодевайся сейчас вместо меня бежать. Давай быстро. Вот как ты считаешь, кто быстрее бежит, парень или девушка? Парень, конечно. А девушка? Девушка, парень сильнее. Районы, областные, городские.